Замечательно. Что такое? Товарищ генерал, немецкая делегация прибыла. Что, уже? Они в прихожей. Товарищ полковник, я не знаю. Пусть господа немного подождут. Ну, посмотри там в шкафу. Есть. Товарищ, со мной. Товарищ, одевайте. Мои генералы еще на фронте, вы должны заменить мне мой штаб. Ведите себя так, как будто вы мой штаб. Все должно выглядеть совершенно натурально. Выполняйте. Пусть он, товарищ, забирайтесь. Давайте же! Молчок. Простите! Знакомы. Мы несколько раз виделись в Кремле до войны. Я был тогда атташе немецкого дипломатического корпуса. Господин генерал, какие известия? Я сообщаю вам, что Адольф Гитлер и его жена покончили с собой. Нам это известно. Это невероятно. Я уполномочен правительством вступить с вами в переговоры о заключении мира. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Welt ohne Nationalsozialismus aufwachsen. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Тогда доложите вашему новому правительству следующее. Берлин должен безоговорочно капитулировать. Все капитулирующие